Guess I always have to learn the hard way just to see. Easy never comes, easy only goes away. Всем привет, мы приехали в Горнозаводск. Как вы знаете, у нас отменился. Нас не допустили на первенство мира в Финляндию, поэтому мы сейчас остаемся дома. Вся эта тяжелая ситуация не только для нас, для всей России, для других стран. Поэтому особо жаловаться мы не можем. Это обидно, конечно, но живем дальше. У нас первенство края, чемпионат края в Горнозаводске. Мы сейчас разбираемся с комнатами, непонятно, кто где живет, потому что почему-то тут кто-то что-то занимал, кто-то что-то не занимал. И у нас 2 дня, классика, спринт. Плюс мы решили устроить дискотеку, как бы возместить потерянную тусовку на мире. Конечно, это ничем не возместить, но хоть что-то. Здравствуйте! Спасибо! Кстати, у нас сегодня уже старт. Мы только что приехали, и у нас через 1.5 часа. Я сегодня официально объявляю первый день чемпионата мира. Миника. Да, и мы тоже мини. Мини чемпионата мира, конечно. А что, нас нельзя? Мы тоже просто так это оставили. Да. Strong, tell me honestly, would you still love me the same? Включаем мозг и работаем. Покажи им, что зря они не взяли тебя. If I judge for life, me, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? Сегодня было, конечно, вообще... Было очень тяжело. Мы уже 3 недели, наверное, без соревнований, и я особо вообще не тренировалась. Поэтому очень-очень тяжело. И психологически сегодня, конечно, вообще, что-то... Я еду по дистанции, и мне кажется, что у меня вообще все варианты неправильные. Я думаю, блин, зачем я сюда поехала? По-любому надо было ехать там слева или справа, но не тем, которым я ехала. Я сейчас разобрала, мне кажется, что я везде ехала хорошо, везде правильно. Руки у нас сегодня просто употели. Было очень жарко ехать. Еще я ехала сегодня внизу в комбезе, и я так уже не каталась с Иркутска. Получается, мне вообще неудобно. Ну, нет, мне как бы было удобно. Просто я не буду туда. Да я хочу выйти вон к девочкам. Че, ну что, я это сегодня видела. Один раз еще в лесу. А так по скорости. Палки, капец, проваливали. Ром, ну как? Вроде карта маленькая, а дистанция капец большая. Реально, я согласна. Я тоже села, взяла, скажу, что это такое? Ты что, 6 километров? Реально. Потом что-то смотрю, вообще капец. А у нас, короче, а у нас было вот сюда вот 2 раза. Мы нас вот так провели, ага. И потом еще раз вот так. У нас было 2 петли. Нормально? Более-менее нормально. Вы как сбегали? Нормально. Палки очень сильно проваливались. Ну да. Ну, я шутки, не так нормально. Ну, нормально, ну что-то я сегодня помирала. Вообще, силы куда-то ушли. Палки, наверное, не тренировали? Ну, я старалась, иногда, да. Но я старалась ставить их ближе к себе, чтобы на твердое было. Что? У вас 2 круга было? Да. Вот так вот. Ого. Я стою вот тут на 43-м, вообще ничего не понимаю, где я нахожусь. Я вот тут вообще выпала, когда ехала. Я стою, ничего не понимаю, а потом
такая, надо посмотреть, вдруг у меня есть. Я смотрю, я стою уже, наверное, минуту. А, я стою, сюда приезжаю, у меня вот на этой карте 39-й. Я приезжаю, смотрю, 39-й. Посмотрела сюда, такая, 38-й. Так. Ну, сюда, блин, так вообще путаешься. Тут я Ксюшу Качину увидела. Она, короче, обратно возвращалась. Я на 39-й, такая, ну, типа, здесь все налево. Поворачиваю направо, и еду вот так. Да, вот иди ищи, малышки там ходят. А, я Катя не видела. Да я тоже ее видела, я еле у себя в карте знаю где, но и в карту смотрю, не могу найти, не могу. А у них куда они идут? Нет, мы просто не были здесь, и я такая, как бы я-то отсюда еду сюда, и мне надо вот так голову развернуть, как бы, чтобы понять, что им-то надо вот сюда. Вот эти петли, конечно, блин. Я два раза не туда. Я сегодня выиграла минуту у Лизы. Я увидела несколько разных дистанций, она стартовала 2 минуты передо мной. И я ее практически догнала в конце, но начала чуть-чуть отвлекаться из-за этого. И потом там уже проиграла. Проехала одну развилку, вторую развилку, короче, вот так. Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Would you really cry for me? Baby, don't lie to me. Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.